Третий отряд «Тигр» отправился в зону специальной военной операции. Глава региона Олег Кожемяка поговорил с добровольцами отряда «Тигр», отметив, что они стали частью сформировавшегося боевого братства, которое заслужило уважение не только своих товарищей по оружию, но и противника. Направляйтесь к нам в наш отряд «Тигр», который несет сейчас службу там, несет ее добросовестно, доблестно, выполняет все задачи, поставленные руководством. Вот, вольетесь в тот коллектив, который уже сформировался, заслужил уважение среди морских пехотинцев, в том числе среди противника, своими действиями, тем, что никогда никто из отряда «Тигр» не покинул своих позиций, никогда никто не отступил, не бросил своих раненых товарищей. Перед отправкой в зону спецоперации добровольцы отряда прошли специальную военную подготовку на приморских полигонах под руководством опытных инструкторов. Глава региона рассказал тигровцам, что в настоящий момент комплектование приморского добровольческого отряда построено так, что в зоне боевой дислокации будет постоянно находиться полноценный батальон с необходимым вооружением и техникой.